Здравия желаю! Сегодня вот приспособил моторчик. Это от этой самой. Кассетный был магнитофон старинный. Такой, раньше крутой был. Получился и мотор. Видите, у него 4 выхода. И мотор, вот 2 выхода, вот. Входные. Вот, входной один, входной второй. Это выходной. На вольтметр вот идет. 11,86 подает. 11,86. Подается 12. Разбору, конечно, нету. Также пробовал вот на эти батарейки. На батарейке так, там сначала вроде как берет, но надо останавливать, потом возвращается назад. То есть у батареек такая привычка. А здесь разбора нет. То есть получается выгода 2 в 1. Тут же и мотор крутит. Так, сейчас посмотрим. Мощность-то есть в нем. Небольшая мощность есть. То есть маломощный. Но вот таких больших я не видел с 4 выходами. То есть 2 обмотки тут у него и магниты. Ну такой даже лучше будет, а не надо, как вот у меня ротовертер, а тут не надо прилеплять. То есть вот такой надо большой, тоже, тут оборотов где-то около 40 тысяч оборотов в минуту. Все дело в оборотах. Если поставите безоборотное, оно не будет ничего давать. И будет сматываться. Оно разгоняется и запитается своим током. Так как ток там вырабатывается внутри. И еще выдает, видите. 1,86. Ну и расхода нет. Расход нулевой. Подключим через счетчик. Вот он. Счетчик вот. Счетчик, смотрите, вот лампочку включаю. Счетчик пошел, вот встал. Видите? Еще раз. Счетчик пошел, вот встал. То есть счетчик исправный. Лампочку включал, он пошел. То есть надо искать вот такие вот моторы, но это маломощный, конечно. Искать большой мощности. Или покупать, или где-то искать. Да, дело пойдет быстрее.